Хай-хай, с вами Ежик, и сегодня у нас покатушки снова на Шевроле Камара. И сегодня у нас гонка, сегодня у нас будет гоночка такая легкая, будет очень трудный гонок, который пройдет тяжело. Сегодня снова за спринт, но в этот раз легкий. Что ж, погнали, да? Он был бы легкий, если бы на нашей Шевроле Камара было бы нитро или что-то такое. Тут нет нитро. Итак, погнали. Так, ну что сказать можно про эту гоночку? Потому что тут машина, да, начнем. Сейчас я ее ударю. Я вам врезалась. Я там где-то. Нет, если я облажаюсь здесь, то это будет всех всю. Я их просто скидываю с трассы. О! Это второй, да? О, я второй! Я люблю вот так вот дрифтить. Оу, не вошел поворот. Не вошел, но не вошел. Что? Вошел, не вошел? А, да, это убогая речь, это речь убога. Нет, она не убога, она просто речь убога. Я могу сказать. Они слезают, да? Они слезают. Ну, это просто честно, это просто честно. Финиш? Файниш? Как быстро. О, да. Прыск нитро и шины для бездорожья. Зачем Камару для бездорожья? Что? Да, ну это просто что-то. Правый контрол, с какой стороны правой, который я пишу. Молодец, мои подписчики, ну там мои подписчики, подписчики. Вон они мои подписчики летят, вон они мои подписчики. Ну, вот так мои подписчики. Я рублю своего подписчика, да? Эй, братан, ты жив? А, ты сдох? Ты не сдох, сентя. Вон еще там есть мои подписчики. Подписчики мои, 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 мои. Стой, Вася. Стой. А, это не подписчики. Блин, только за две такого Шевроле Камара порядочный. Нифига не порядочный. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Просто нет слов. Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. И всем бай-бай. С тебя лайк. Ты поставишь лайк, если аккаунт заблокируешь.